общества общественной палаты. Так, ну, Анатолий Викторович прекрасно рассказал о тенденциях законодательства. Вот я хотел бы продолжить и рассказать о некоторых тонкостях из этого процесса. Да, действительно, сейчас обсуждаются поправки федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, и действительно туда вносятся там фразы про специализированные организации, про профессиональное сообщество. И действительно существует альтернативное видение, как это должно функционировать. В частности, Национальная медицинская палата предлагает там альтернативное видение там статей этого закона и расширяет именно там в сфере профессиональных медицинских ассоциаций. В чем же разница между теми формулировками, которые уже сейчас есть и приняты во втором чтении, и тем, что предлагается в существующих формулировках, принятых во втором чтении, буквально очень кратко говорится о том, что в целях реализации защиты прав медицинских и фармацевтических работников, развития медицинской и фармацевтической практики, содействия научным исследованиям, решения их вопросов, связанных с деятельностью медицинских и фармацевтических работников, медицинские и фармацевтические работники имеют право на создание на добровольной основе общественных объединений, которые могут формироваться в соответствии с критериями. То есть ключевое слово общественных объединений. Чуть ниже объяснено, что медицинские, фармацевтические, общественные объединения могут установленным законодательством в порядке Российской Федерации принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решения вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил. То есть здесь идет отсылочная норма на еще как бы не разработанные правила, еще не принятые, что могут. В предложении национальные палаты мы видим более конкретные предложения и более строгий подход. Хотя достаточно спорные там вещи. Пишется о том, что медицинские, вот, альтернативное звучание формулировок выглядит таким образом. Медицинские и фармацевтические работники имеют право на создание профессиональных медицинских и фармацевтических объединений, их союзов, ассоциаций, палат. Под профессиональными медицинскими и фармацевтическими объединениями понимаются основанные на членстве некоммерческие организации и иные юридические лица, созданные в различных организационно-правовых формах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Если понимать, что и общественные объединения, и прочие там некоммерческие организации это некоммерческие организации, читаем закон об НКО, читаем закон об общественных объединениях, понимаем, что формулировка «общественное объединение» — это узкий случай, частный случай там, некоммерческих организаций. То есть вот, на сравнении там, нескольких норм приходим к выводу, что могут участвовать и в других формах, созданные в других формах некоммерческие организации. По возможностям, по функционалу, формулировки, предлагаемые и продвигаемые Национальной медицинской палате, там тоже существенно различаются. В частности, ключевые вопросы для регионального уровня прописываются участвовать в разработке и утверждении региональных стандартов и порядков оказания медицинской помощи, медико-экономических стандартов, участвовать в лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности в установленном порядке, участвовать в разработке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам субъекта Российской Федерации, проводить аттестацию и сертификацию, аккредитацию медицинских фармацевтических работников, вносить предложение о присвоении им квалификационных категорий в уполномоченный орган исполнительной власти, участвовать в разработке и внедрении системы непрерывного последипломного профессионального образования бесплатного для медицинских и фармацевтических работников за счет средств работодателей.
Вот это вот основные пункты, хотя есть и другие, более в проекте федерального закона существуют оценочные нормы, и что порядок когда-то будет разработан, кем-то будет разработан и утвержден. И другая часть профессионального медицинского сообщества предлагает четко и жестко прописать более расширительный круг коммерческих организаций, которые могут попасть, и прописать вот эти вот формы и смыслы участия профессиональных некоммерческих организаций с тем, чтобы они явным образом в федеральном законе имели возможность там, брать на себя ответственность и полномочия вот, те, которые в данный момент является полномочиями органов исполнительной власти. Это разные подходы, не берусь судить, как бы, что ближе, что роднее, там, что адекватнее там, и необходимее там, для профессионального сообщества. Вот. Просто это ну, такая информация на размышление. При разработке нашего кировского закона вот, хотелось бы все-таки, чтобы профессиональное сообщество как-то высказалось, а нужно ли нам детализировать вот подобные вещи при разработке регионального законодательства или опять же оставить это в качестве в виде отсылочных норм, что впоследствии там или правительство Кировской области, или департамент разработает там какой-то особый порядок участия профессиональных сообществ во всех этих делах. Вот это вопрос на размышление, и тут общественные некоммерческие организации должны определиться. Ну и, как правильно заметил Анатолий Викторович, то есть грядет упорядочение правил в общественном контроле в принципе, то есть вот, широко обсуждается законопроект об общественном контроле Российской Федерации, и то, что некоммерческие организации, которые созданы там, в том числе и пациентами, в том числе и просто люди, будут иметь, ну они сейчас имеют возможность общественного контроля, но будет явным образом в законодательстве помечено права и заниматься этим видом деятельности. То есть, в принципе, это тоже надо учитывать. Над этим задумываться и думать, как органы исполнительной власти, как учреждения будут с этим жить. Как они будут относиться к тем организациям, к тем инициаторам общественного контроля, которые к ним придут однажды. Прочитать федеральный закон. Хорошо, за решение. Однажды и к вам. Хорошо. И за вами. За вами. Так, уважаемые коллеги, было заявлено вот столько выступлений специально, чтобы не зарегламентировать, а постараться выстроить общение, диалог, а не только лишь вот выступления заранее подготовленные. Поэтому у нас есть достаточно много времени для того, чтобы поговорить. И, как говорится, затем я обращаюсь к присутствующим, коллегам, участникам круглого стола, кого есть что сказать по озвученной теме и по выступлениям в том числе. Или какие вопросы? Да, Михаил Вячеславович, заместитель председателя законодательного собрания. Добрый день. Большое спасибо за